Лето – это время для интересных экскурсий для славянских ребят. На одной из них они побывали в отделении конного спорта спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд». Издавна конь для кубанских казаков был нужен для воинской службы. Также он помогал выполнять сельскохозяйственные работы. Лошадь была практически в каждом подворье. В настоящее время эти замечательные животные используются в конном спорте. В отделении конного спорта спортшколы Олимпийского резерва «Изумруд» провели занимательную экскурсию для школьников. Юным посетителям показали конюшни, рассказали об особенностях коневодства, о профессиях, связанных с лошадьми. Работники учреждения разрешили ребятам побаловать животных любимыми лакомствами. Сегодня нам провели экскурсию в Мау Додю США «Изумруд». Мне здесь очень понравилось. Дружелюбные лошади, красивая ухоженная грива. И я сюда еще вернусь. Мы приехали сюда посмотреть на лошадей в конную школу «Изумруд». Здесь очень интересно. Лошади все очень добрые. Мы их покормили. Я думаю, лошадкам очень понравилось. Ребята смогли полюбоваться лошадьми, увидеть мастерство наездников и познакомиться с особенностями ухода и общения с этими удивительными животными. Конечно, они с удовольствием фотографировались с лошадьми.